вдвоем, вы вдвоем. Андрей, сюда. И делаете лучком. 300 раз. 10 один, 10 другой. Саша, берешь шиндер сюда. Смотрите, задняя подножка, мельница, передняя подсечка, подхват, через плечо. 300 раз. То есть у вас 5 минут вы работаете, как по покалу. Андрюха, вот здесь делаешь. Андрей приготовился. Все, вы учиками делаете. Так. Сейчас делает этот, как его? С выведением из равновесия, лучиковым движением, вдвоем. Андрюха, остановись, да? Значит так, нифига, два кувырка, полет кувырок. Не надо, до сих пор не надо. Сейчас, сейчас я запишу. Это у нас. А, у нас здесь Екабур, Гурецка. Блин, дай-ка ручку, быстренько. Дай-ка ручку? Да. Так, вы вчетвером, раз, два, три, четыре, мальчики будете по одному. Итак, Андрей, пожалуйста, два кувырка. Так, поклонился и ушел. Да, ага. Так, Екабур, оценка у тебя знаешь какая? 26 минут летит. 7. Пожалуйста. Николай. Так, у тебя оценка 5. Петя. Пожалуйста. Молодец, Петря. Оценка 8. Так, и Дан. Даниэл, пожалуйста. Нет, 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 кто? Один кувырок, два шага кувырок. Вот. Значит, оценка тебе 3. Почему? Потому что ты делаешь кувырок и держишь за колени. 3. Так, кувырок назад, пожалуйста. Пара. Выходом в сторону, да. Шея разогревается. Так, два раза. Так, оценка 3. Пожалуйста, Николай. Так, оценка 3. Пожалуйста, Петя. Чуть-чуть. Так, оценка 4. Первый раз у тебя было шапка. Так, пожалуйста, да. Попробуй. Так, молодец, 2. Так, Марк, пожалуйста. 2 раза. Колесо. Так, 4. Пожалуйста, Николай. Я это все должен рисовать будет, так что тот вам хочет. Так. Так. Оценка 2. Пожалуйста, Петря. И Евгения. Вот. Оценка О. Только с той стороны. Пожалуйста. Вот умница. Молодец. Оценка Дой. Еще раз. Может получится, такая выше поставлена. Так, молодец, это двигается. Пожалуйста. Так, ну что? Землю. Где ты будешь? Надо попробовать. Оценка, призы. Призы лежат. Умой.
молодец. Первым. Давай. Хорошо, все, ушел вперед. Итак, Якобур, 7 метров, это сколько? 10, 15. Быстро. 5, 3, 2. Быстро. 5, 8, 16, 4, 20. Так, и Даниэл. 7, вы, берешь Ваню, вон там учебу делаешь, Ванюша, вон там. Ты как сочетаешь? Полегче? Берешь Петрю, вон туда. Девочки, значит так, сейчас я записываю. Так, у нас пойдет Вика. Потом у нас пойдет Руслан. Пошли, девочки. Так, и пойдет Михайлович. Итак, ты делаешь так, кувырок, один шаг, кувырок. Андрей, у тебя нога не подходит. А? Ногу подставляет. Чинч. Руслана. Вот так, вот так. Старается, что у нее ноги оторвали. Шапка. Теперь попробуешь? Давай. Вот здесь, да. Колени, как хочешь. Михайло, как хочешь, боком. Садись на колени и делай. Ничего, вот, да. Вот, через бочок. Не через голову, через бочок. Еще раз бочок. Еще разочек, и все, я тебя отпущу. Вот так, молодец, умница. Вот так, есть оценка. Немного ударов. Молодец. И на колени стараться, да. Вот руками, видишь, стараться. Вот. Оценка 3. Михайло. И на пол. Можешь? Сил с бочок. Да, попробуем. Отшипаться, да? Садись. Хорошо. Все, ушла. Так, Виктория. Муара. Дой, молодец. Так, центр тебе Стаса. Пожалуйста, Руслана. Руслан, смотри. Приходишь, да. Преподаватель сразу мышцы центра ставит. Выходишь, и так красиво выйти. Плотно сделай, красиво уйти. И вот это станет один балл выше. Вот, молодец, вот. Вот так. Хорошо, оценка 3. Так, переворот вы будете делать, поэтому, девочки, смотрите. Руслан, я как буду. 5, 3, 6. Это 8, 6, 14. Руслан, 6, 3, 3. 6, 12. Так, и Михаила тоже. Так, сейчас. Встали. Так, Руслан, да, Алич, Учикович. Ты берешь, пока не появился. Пошли, пошли. Я не вижу, не вижу. Нет, можно и броски делать. Можно броски делать. Так,
хочу видеть выше Андрюха. И рука, рука, видишь, у него рука сверху. Ты сверху бери. Так. Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, это дан у меня. Дан. Дан балан. Хорошо, Саш, смотри, ты, ты делаешь вроде бы нормально, но ты идешь, делаешь шаг и сам в таком положении. То есть ему ничего не стоит, смотри, дать тебе по шею, чтобы ты упал. Высоко, высоко ставишь ногу, высоко, поэтому завалишься. Я видел, Сергей, то смотрите. Как-то он так сделал, не сделал поворот и через себя. Ну, я думаю, что если он высоко поставил, я думаю, что он так сделал, что с этой стороны получается руки не работают. Так, стоп, Матвей. Девочки. Девочки, да, ко мне. Девочки, ожидаться. Эй, боец, дай курки. Пятые куртки положили, там, 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 пошли. Пятые куртки! Пальцы размяли. Так, сейчас у вас задача такая. Работаем за хват туловища противника. На руках. Готовы? Петли. Туда. Андрюха, Ваня. Еще раз, половина ваша, вы сюда не заходите. Так, делаем так. Нет, чтобы у меня было так. Кончай рукой заниматься. Вот чучело есть. Приходи по тренировке и бей сколько хочешь. Нашел кого. Травмируешь все, потом будешь сидеть и только туалеты мыть. А он будет этот, плюсики тебе ставить. Вы вдвоем, Саша, сюда берешь. Вы будете здесь меняться, вы ушли сюда. Вы здесь. Вот вы здесь работаете, вот вам. Вот здесь. Парки. Вы это первый, второй, да? Вот ваши два мата. Вот, вот ваши два мата. Еще раз, послушайте меня внимательно. Работайте. Сколько ты лет занимаешься? Пять. Пару тренера выигрывать. Ты можешь не выигрывать, но ты не должен падать, понимаешь? Ты где-то ошибаешься, знаешь? Эй! Встаньте дальше туда, Николай. Еще раз. Не выталкивать, но все время стоять прямо, все время руками нагрузиться. Пять минут. Че? Так, вы. Если у вас... Вот я в теннис проиграл, у меня вся футболка мокрая. Так, девочки, да. Пошли, так, девочки. То же самое. Бил пальчик. Значит, внимание сюда. У вас. Раз. Раз, два, три. Вот этот угол. Четыре. То есть, скакалка. Кто не умеет, должен учиться. Кто не знает, должен. Еще раз, посмотрите, вы не будете прыгать. 150 – это
отлично. Но время просто. Я сразу пропрыгал, да,